Всем привет, с вами Орхидея Мира. Сегодня покажу вам прекрасный фаленопсис Яфан Кинг. Это гибрид двух классных родителей, сорта напишу под видео. Растение просто великолепное. Честно скажу сразу, как-то он меня не впечатлил, но когда начал цвести более обильно, я поняла, что этот сорт достоин внимания и оставила у себя в коллекцию личную. Он также есть у нас в продаже в магазине и под заказ на май. Итак, цветы не крупные, 5-6 сантиметров, очень плотные, очень насыщенного цвета. Розетка компактная, не обращайте внимания на белый налет, это у нас от Сармайта был клещ. Растет в мхе. Растет, в принципе, быстро, не так давно пересажен, поэтому корней еще не видно, вот здесь снизу только. Еще раз показываю сорт. Девочки, кто хочет, пожалуйста, пишите. Он реально очень крутой. Крупный план. На солнышке он прям приливается. Очень яркий. И главное, плотный цветочек восковой, насыщенного цвета.